Так, всем привет. Всем привет. Всем привет. Близнецы, привет передаем. На канале будете сегодня. В общем, приехал отдохнуть, порыбачить на Котрасль. Тут ребята, в общем, устраивают такую фишку. Мост ржавый вот этот. Вот они прыгают уже. До воды 10 метров. 9-10 метров. Лид, ребята, Максим, передай привет. Всем привет. Сколько рыбы сегодня поймал? Три. Пять. Пять ты поймал сегодня. Пять рыб поймал. И Егор тоже поймал рыбу сегодня. Да, да, пять. Скоро будет шестая. Так, давал прогноз на энергетик сегодня. Энергетик ведет 2-0 после первого тайма. Правда, у них удаление. Ахмат начали играть. Юра давал прогноз. Юра, ты еще не поменял мнение на ничью? Нет? Ничья будет? Ничья. Ничья будет, говорит. В общем, здесь на Котрасли очень прикольно. На байдарках плавают. На катерах ездят. На мотоциклах ездят, на водных. Вон, смотрите. Чего ты хотел сказать? Ребят, если вы поставите лайк, то я поймаю рыбу. Поймает рыбу Максим, если вы поставите лайк. В общем, ждем исходов матча. Не теряем время зря. Так, рыбу вам не показал, да? Сейчас покажу рыбу, которую Максимка поймал. Очень большое солнце, записать очень сложно. Давай. Рыбу складируем только в пакет, потому как ведра нету. Помоги-ка открыть, а? Я буду неделю сейчас его открывать и показывать рыбу. В общем, рыба-то имеется. Батарея садится, но это нормально. Да что ж ее не видно. Ну короче, для пацана 11-летнего это нормально, она даже еще шевелится. Их там штучек 5-6. В общем, ребята, приезжайте на Котрасль. Здесь прикольно. Камней масса. Можно даже дом построить. Времяночку. Не теряйте время зря. Не сидите в телефонах. Отдыхайте. Ладно. Всем удачи. И пока.